Здравствуйте, друзья. Я вчера спрашивал вечером, вот в какое время лучше, чтобы видео выходили. И мнения очень сильно разошлись. То есть одни говорят, пусть выходит, как выходит. Другие говорят, вот я там в Казахстане, значит, там утром с кофе принимаю. И я четко спрашивал, по московскому времени скажите. Значит, я не знаю, так ответа не было. Не знаю, где в Казахстане, сколько там часовых поясов. Вообще, такой хороший ответ душевный. Значит, ну и поскольку такого ответа явного не было, я начал внимательнее смотреть на трафик по часам. У меня есть там такая возможность, то есть YouTube предоставляет. Смотреть на трафик по часам. Получается такая интересная вещь. Пиковая, пик просмотров приходится где-то на 7-8 вечера по нашему времени, по Калифорнии. 7-8 вечера по Калифорнии. Это вот что-нибудь, я не знаю, если 10 часов, например, разница с Москвой, то получается, что вот там совсем рано утром, как-то, но очень рано утром. Я даже не знаю, чем это объяснить. В общем, да, а на самом деле начинается это все чуть раньше. То есть, если видео тогда вешать, это будет, ну, может быть, 6 вечера по Калифорнии. Или там 4 утра тогда будет по Москве. Вот получается такая странная вещь. Ну, вот 4-5 утра, и вот по Москве там 6, это вот самый пик. Так что я сделаю таким образом. Значит, я буду какое-то количество видео, если в один день сразу много всего. Вот, например, вчера там было их там чуть ли не 7 или 8. Так получилось. Потому что мы по дороге ехали и сразу много наговорили. Поэтому так вышло в один день. Я тогда буду их по времени немножко, значит, как-то разделять. А если там всего один, там, или два, или три, значит, буду выбрасывать в том порядке, в каком выходит. Там спрашивают, будем ли мы продолжать нумерацию видео. Мы будем продолжать нумерацию видео. У нас бывают видео без номеров. И я могу сказать, что вот так у нас где-нибудь там 2600 там по номерам, да, 2670 там такого плана. У нас на самом деле видео на канале свыше 3500. То есть у нас вот далеко не все видео нумерованные. Особенно когда мы только начали, вот первые 400 там, 350-400 видео вообще никак не нумеровались. Но даже из тех, которые сейчас идут, у нас нет такой нумерации. Например, там, скажем, «Дежурные по Америке», там своя нумерация, там нет общей нумерации. Иногда я делаю что-то с мыслью о том, что я потом, может быть, уберу, и это не имеет какого-то такого значения исторического, чтобы там висеть сильно. Вот как, допустим, вот тот разговор, что мы сейчас ведем, я не вижу в нем особой ценности там на будущее, поэтому я там напишу «Silicon Valley Voice» там и все. Вот без какого-то, как сказать, без какого-то номера общего, порядкового и так далее. Поэтому такой технический, чисто технический разговор, технический вопрос. Я спрашиваю там про микрофон, я спрашиваю про время выхода видео и так далее. А зачем там номер нужен? Я могу сказать еще вещь интересную. У нас периодически возникают такие просьбы убрать что-нибудь. Вот, допустим, человек... Ну, время идет, он в какой-то момент он что-нибудь рассказал, а потом через там 3 года выныривает и говорит, вы знаете, у меня тут такие обстоятельства, я хотел бы, чтобы вы убрали это видео, там и так далее. Или бывает целыми пачками, мне вчера пришлось убрать, наверное, штук 10 видео. Не то, что пришлось, но я как бы пошел навстречу человеку, там, пришлось убрать штук 10, потому что у него, ну, как бы есть опасения, там, специфического характера и так далее. То есть такое тоже бывает. И мне очень
как говорить, жалко нумерацию нарушать. Понимаете, потому что люди иногда говорят: Михаил, а вот там, а где вот такой-то номер? А вот нету. А почему нету? Ну вот потому нету. Знаете, то есть я иногда, как бы сказать, при всей моей открытости, как бы я иногда вынужден ограничивать какие-то вещи в своей открытости, в силу того, что люди, с которыми мы общаемся и имеем дело, значит, у них степень открытости меньше, да, поэтому они там чего-то не хотят. Ну, не хотят, значит, я с ними, как бы я на их стороне. Так что, если вы, допустим, хотели бы у нас что-нибудь рассказать, но опасаетесь там вот чего-нибудь, значит, вы мне говорите, что вот это мы не там освещаем. Я говорю: хорошо. Там есть люди, которые говорят: знаете, вот я там расскажу, но вы меня не спрашиваете, как я попала в Америку, там, допустим. Или там, как я легализовалась там. Есть люди, которым не хочется об этом рассказывать. Ну, нормально. Там, а есть люди, которым чего-нибудь еще не хочется. Про детей, там, про первого мужа, там, я не знаю. Ну, у всех свои, как бы, ограничения, поэтому мы так на это смотрим очень положительно. У нас на сайте zaliv.org, там, где мы вот собираем вопросы, самое надежное место для размещения ваших вопросов на форуме там. И на этом сайте у нас есть раздел, где можно видео качнуть в формате там MP4 и себе на устройство какое-нибудь там сбросить, смотреть. Есть страничка специальная. Значит, эта страничка пока не работает, потому что у YouTube поменялись там, ну, API поменялся к этому делу, значит, нужно доделать, переделать, там, я не знаю. Есть молодой человек, который делает это для нас, один из наших зрителей. И он как-то вот, ну, что-то, я не знаю, в чем конкретно проблема, потому что мы к этому вопросу периодически возвращаемся. Нам все время ребята жалобы пишут, что вот не могу качнуть, вот, потому что я смотрю в дороге, там, или слушаю в дороге и так далее. И я очень сожалею, но как бы сейчас упирается в то, что вот надо кусочек кода дописать, и молодой человек вот как-то, то ли у него технические сложности, то ли со временем, я не знаю, но мы работаем, мы держим на контроле, мы периодически ему напоминаем, что не работает, но вот пока не работает. Счастливо!